Вот. Но, по-видимому, даже уже для знакопеременной группы не получается так все гладко. Для полной линейной группы тоже так гладко все не получается, несмотря на построение теории, которое уже было, ну, наверное, 70 лет тому назад сделано. Что же, тем не менее, вот в теории деления Люсика получено что-то, что можно интерпретировать как продвижение, что ли, в этом направлении. Что они делают? Трюк заключается в том, чтобы использовать вместо самой группы ее двойственный вариант. Ну, было бы, наверное, несколько долго рассказывать, что такое двойственная группа буквально, но проще сказать, что вот двойственная группа обычно сильно похожа на исходную, хотя сходство, ну, чуть-чуть относительное. Во многих случаях это та же самая группа, в некоторых случаях она похожа иначе. Но наиболее как бы неприятный пример – это когда ортогональная группа нечетной степени, вот двойственная для нее оказывается симплектической на единицу меньшей размерности. И наоборот, для симплектической оказывается двойственная специальная ортогональная группа степени на единицу большей размерности. В других случаях разница меньше. Но любопытно то, что эти две группы имеют одинаковый порядок всегда. Но, к сожалению, число классов сопряженных элементов не всегда одно и то же. Вот, тем не менее, она участвует, двойственная группа участвует в теории деления Люсика очень существенно. И вот в этой теории множество неприводимых представлений разбивается на классы, параметризуемые полупростыми элементами двойственной группы. Ну, что такое полупростой элемент? Для полной линейной группы это элемент, который диагонализируется. А в общем случае, ну, можно определить вещи таким же образом. Или другой способ, может быть, более элементарный. Это полупростые элементы, это те, порядок которых не делится на характеристику поля определения алгебраической группы. А поле определения – это вот f с индексом q, которая здесь фигурировала. То есть характеристика q – степень простого, и вот если порядок элемента не делит на это число, то он называется полупростым. Вот. Над алгебраическим замкнутым полем такой элемент сюда диагонализируется вот в полной линейной группе. Ну, в общем случае, это вполне приемлемо. Вот. Значит, ну вот, следуя Люсигу, все обозначают эти классы как полупростые элементы буквой S обычно в двойственной группе, а классы Люсига, вот эти вот члены разбиения, обозначается через E с индексом S. Классы эти могут содержать один элемент, но могут содержать много элементов. По-разному бывает. К сожалению, вот не получается продолжить, так сказать, это соответствие таким образом, чтобы, чтобы члены, ну, члены этого разбиения, члены E с индексом S, чтобы они каким-то образом соответствовали напрямую унипотентным классам сопряженных P-элементов, где P – характеристика поля определения. То есть на этом пути вот дальше особого прогресса нету, хотя разные трюки есть, которые как бы можно считать приближением к этому, но так не получается, как хотелось бы. То есть мечта, по-видимому, неосуществима, нереализуема. Существенную роль в теории играет централизатор, значит, в двойственной группе этого элемента S. Странно это или нет, я не знаю. По-видимому, это естественно для теории. И отчасти вот трудности этой теории связаны с тем, что
я, может быть, не сказал толком, что исходная алгебраическая группа должна быть связанной. Если она не связана, теория плохо работает и, так сказать, ее там дорабатывают так и сяк, но гладко, достаточно гладко, чтобы теория работала хорошо, требуется, чтобы алгебраическая группа была связана. Но этот централизатор, в данном случае я беру в конечной группе, но написанный в бесконечной двойственной группе, вот, он не всегда связан. С этим связана масса затруднений в этой теории, и, значит, все детали, однако, тем не менее, были описаны, ну, все или почти все в теории деления и Люссига. Но, тем не менее, значит, вот это существенная деталь, которая затрудняет индукцию. Потому, в каком-то смысле, значит, теория сводит общий случай к случаю теории для централизатора вот этого полупростого элемента. Например, если централизатор, ну, может быть, так лучше сказать, что сами Делень и Люссиг ограничились, сделали здесь в этом месте трюк, чтобы им было легче, они рассматривают такие редуктивные группы, у которых всякий централизатор всякого полупростого элемента в двойственной группе связан. Это удается сформулировать на другом, как бы более концептуальном языке. Это называются группы со связанным центром. Оказывается, что можно расширить любую редуктивную алгебраическую группу таким образом, что центр будет связан, а, значит, коммутанты у них будут общие, и тогда вот получается все хорошо. То есть достаточно близко. Небольшая модификация исходной ситуации позволяет работать со связанными группами, в том числе и централизатор будет связан. Вот если централизатор не содержит элементов, P элементов, где P – характеристика поля определения, да, то есть все элементы централизатора полупросты, тогда теория сообщает нам, что множество E с индексом S – состоит из одного элемента. Ну и, конечно, хотелось бы, что, а если там есть такие элементы, то, значит, число элементов в классе Люссига должно как-то описываться в терминах тех элементов. Ну, отчасти это так, отчасти не получается так гладко. То есть это довольно существенная проблема. Но, тем не менее, я кое-что скажу об этом. Дело обстоит следующим образом. Для этой группы, ну вот этой, можно определить некое множество характеров, которые называются унипотентными характерами. Что это такое, было бы, наверное, несколько долго рассказывать, и я это не буду делать, но определяются они для любой редуктивной группы. То есть, если вы имеете любую редуктивную группу уже и определяете конечную группу, так, то можно для нее определить множество унипотентных характеров. То есть, это нечто достаточно универсальное. И вот оказывается, что имеется совпадение между двумя числами. Первое – это число неприводимых характеров в классе Люссига E с индексом S, а другое число – это число унипотентных характеров в централизаторе, вот о котором я веду речь. Это достаточно замечательное, совершенно замечательное совпадение, потому что, формально говоря, ну, это разные вещи. Чтобы установить их совпадение, нужно, ну, тонкие вычисления проделать. Ну, таким образом, если кто-то интересуется, ну, естественно, интересоваться, ну, как же, давайте подсчитаем все это дело и выразим в цифрах, то надо заниматься числом унипотентных характеров в этой группе, вот, двойственной, и получить какую-то информацию. Это не совпадение? Случайное, оно было ожидаемое? Да, оно довольно концептуальное, хотя оно, ожидать его не так просто, но когда люди там работают и хорошо понимают, где, что от чего зависит, то оказывается, что, в общем, это как бы достаточно естественно, но априори
Это абсолютно непредсказуемо, я бы так сказал. Там естественные объекции не построены между этими вещами? Нет, она построена. Она построена достаточно естественно, но просто угадать ее с самого начала очень трудно. Да, ну вот, значит, тем не менее, вот какой-то явной формулы легко, как бы унипатентные характеры для простых групп описаны. И, следовательно, это более или менее все сводится, если группа редуктивна, там, то можно это сводится к полупростым, а от полупростых к простым. Как бы это не вопрос принципиально. Но формулы, которая говорила бы, вот это будет ровно столько же, формулы нет. Любопытно, что вот, копаясь вокруг этого дела, мне пришло в голову, что можно, по-видимому, получить формулы для максимального числа неприводимых характеров в этой группе E с индексом, простите, во множестве E с индексом S. То есть среди всех S найти такое, для которого, значит, число непатентных характеров будет максимальным. Значит, ну и вот для частного случая там работа закончена, но есть как бы гипотезы в общем случае, ну или даже наработки, может быть, лучше сказать. Но для этого я вот так ответ могу назвать. Ответ такой, оказывается. Как оно, убежит или нет от меня? Ну вот, значит, ну, для удобства надо предполагать, что Q достаточно велико, чтобы была возможность кое-какие диагональные матрицы написать. Так вот, в этом случае максимум получается тогда, когда вот эта S – диагональная матрица, у которой все кратности собственных значений равны 4. Это если n делится на 4. А если не делится на 4, то получается небольшая модификация. Иногда там возникает 5, иногда 6, иногда 5 и 6. А все остальные равны 4. И в этом случае просто эта цифра легко вычисляется. Там это 5 в какой-то степени, вот если n сравнимо с нулем по модулю 4, а если нет, так небольшая модификация этой величины. Ну, по-видимому, это совершенно новое наблюдение. Так, ну вот, я воспользовался случаем, чтобы что-то упомянуть о том, что я сам делал. Теперь давайте что-нибудь поговорим о свойствах неприводимых характеров, потому что параметризация – это хорошо, но, как вы понимаете, параметризация же ничего не говорит о сути дела, она только подсчитывает, сколько зверей в зоопарке, а какие они там, какие, что они делают. Ладно. Ну, поскольку имеется такое разбиение всех характеров на классы Люстига, то вопрос сводится как бы к тому, что же можно сказать о каждом характере внутри класса? Вот особыми свойствами обладают характеры минимальной размерности там и максимальной размерности. Ну вот, например, если S равно единице, единичный элемент, то характер минимальной размерности – это единичный характер в этом классе. А что максимальный? Ну, это я вот потом скажу. Пока это не буду об этом говорить, но во всяком случае степени всех характеров там кратны степени минимального характера. Конечно, если минимальный характер единичный, сказать, что что-то кратное единице, это не информация, а в общем случае это очень содержательная и интересная вещь. Характер, минимальный характер почему-то называется полупростым, а характер максимальной размерности называется регулярным. Ну, какие-то причины для этого, конечно, есть, но я об этом не говорю. Любопытно, что каждый из них единственный в серии Люстига. Правда, единственный, если вот
связность требовать, там, еще какие-то самые простые вещи. А так, то есть односвязность исходной группы вот в таком ключе. Вот. Хотя я, по-видимому, говорил, если серия фиксирована, то он действительно буквально единственный минимальный и единственный максимальный. Да, речь идет все время о комплексных представлениях. Модулярная теория была раньше освоена. И там как бы тоже о степенях мало известно, но зато имеется прекрасная параметризация, которая намного лучше, чем вот та, которая здесь возникает. Теперь, значит, полупростой характер имеет всегда степень, которая взаимно проста с этим числом p. И на самом деле это единственный характер в этой серии Люсига, где степень которого взаимно проста с p. Это тоже такое сильное утверждение. Степень регулярного характера получается из степени полупростого обязательно умножением на степень этого простого числа p. Вот. И в том случае, когда s равно единице, регулярный характер имеет степень, равную порядку силовской p подгруппы. Тоже достаточно замечательный факт. Вообще фактов такого вот совершенно фантастического рода в этой теории, я бы сказал, множество. Можно это там такой наивный вопрос? В этой теории, как бы за кадром, алгебраическая геометрия стоит? Да, стоит. Вот известна формула для степени полупростого характера. И формула, я бы сказал, фантастически проста. Значит, здесь p' означает, надо взять от числа, вот разложить каждое число на две части. Одна – это степень простого и дополнение. Так вот, p' означает взять дополнение. Так, в прямыми линиями обозначен порядок группы, и затем порядок есть произведение p-части и p-части. Вот надо брать p-часть и рассмотреть вот такую вот дробь, это и будет степень простого характера. Тоже фантастический результат, в некотором роде совершенно точная информация, значит, о том, какова степень характера минимальной размерности для любого такого полупростого элемента S. Ну и ясно из этой формулы, что он не делится, эта степень не делится на P. Ну, это я уже сказал. Теперь, значит, есть два очень важных специальных характера в этой теории, которые технически играют огромнейшую роль там. Я начну с представления Гельфанда-Граева, которое приводимо. Что они придумали, Гельфанд и Граев, где-то в 1962 году? Собственно, они взяли самое простое, что может прийти в голову. Значит, они взяли силовскую p-подгруппу в этой группе, взяли одномерное представление и индуцировали на всю группу. И оказалось, что то, что получится, если правильно подобрать одномерное представление, получится представление бескратности. Бескратность означает следующее. Это представление приводимо, а бескратность означает, что каждая компонента входит с кратностью 1, то есть однократно. Каждое неприводимое входит с кратностью 1. Оно либо встречается, либо не встречается. Либо не встречается, да. Я думаю, что они начали эту работу в то время, Гельфанд как-то выдвинул идею, давайте построим такие представления для конечных групп, в которых каждая неприводимая компонента входит с кратностью 1. Потом это стали называть модель Гельфанда.
То есть, если это такое представление можно построить, оно называется модель Гельфанда. Если нет, ну нет. Значит, много чего сделано в этом плане. Но, кстати, для теории деления Липсика, то есть в этой теории ничего об этом не говорится, и результата такого нету. То есть модель не построена. Значит, представление Гельфанда Граев давало только часть всех представлений. А какая часть, никто ничего не знал. И вот вдруг совершенно чудесным образом оказалось, что ответы на эти вопросы дает теория деления Липсика, причем, на мой взгляд, совершенно фантастические вещи получаются. Что ж получается? Значит, оказалось, что компоненты характера деления Липсика выбирают по одному из каждого класса деления Липсика. То есть это иногда забыл, как это называется. Ну, в общем, выбор по одному, ну, представителю. Из каждого, значит, те представления, те неприводимые компоненты, которые возникают в качестве компонент неприводимых характера деления Липсика, они, они появляются в каждом классе деления Липсика, но по одному разу. Так, то есть получается, что параметризация этих классов совпадает с параметризацией, если угодно, неприводимых компонент характера деления Липсика или представления деления Липсика. Вот. Это совпадение совершенно, ну, невероятное, поразительное и одно из самых удивительных вещей, которые я когда-нибудь видел. Причем как известно даже больше, известно, какое оно. Кажется, что это в точности выбирается в каждой серии Липсика представление максимальной размерности. То, что называется в теории регулярным. Не в смысле стандартном. В стандартной теории представление регулярное – это представление, которое получается, ну, значит, стандартным образом, когда группа действует на себе. Здесь это имеет совершенно другой смысл. Термин, по-видимому, неудачен, но поскольку он уже принят, так никто с этим не борется. Ну, как-то я заинтересовался, ведь этот трюк можно сделать, это не новый трюк, это можно взять любую группу, взять любую силовскую подгруппу, взять любое одномерное представление, индуцировать, и спрашивается, когда оно будет бескратностей. Ну, можно на какие-то другие свойства обращать внимание, но бескратностей. Вот. Для простых групп не удалось разобраться, хотя, признаться, я поначалу думал, что это известно, и потратил массу времени на поиски литературы, потому что вопрос очень естественный. Но оказалось, что для простых групп, значит, неизвестно все-таки. И вот я могу упомянуть свой результат в этом контексте, что для других групп это почти никогда не бывает. Для простых групп. Значит, именно ответ такой, что в ответе должны либо появиться представления Гельфанда Граева для групп Шевале в характеристике P. То есть вот это U должно быть силовской P подгруппой для того P, которое является определяющей характеристикой группы Шевале. Так? Либо еще один случай появился, когда G является с точностью до изоморфизма, я имею в виду, хорошо известной группы PSL2Q, и сверх того Q не совершенно произвольно, а либо равно Q плюс 1, либо P равно Q плюс 1, либо P равно 2. И, значит, силовская P подгруппа имеет порядок Q плюс 1 или Q минус 1. То есть получается, что фактически это свойство характеризует почти полностью представление Гельфанда Граева в классе вообще простых конечных групп.
То есть для знакопеременной это бывает только в тех случаях, когда знакопеременная группа изоморфна либо группе Шевале, или вот этой пьесы 2Q, вот с такими вот свойствами. Вторым совершенно фантастическим представлением, которое играет гигантскую роль в теории, является представление Стейнберга. Ну, оно было изобретено еще раньше, по-моему, чем представление Гельфанда-Граева, существенно. По крайней мере, для полной линейной группы, потом Стейнберг уточнял разные свойства этого представления. Но поначалу оно оказалось интересным, но специфическим объектом, что ли, этой теории. Конечно, ну, в математике мы жаждем видеть какие-то общие результаты, а взять какой-то один частный случай, его раскапывать, рассматривать, как бы считается не очень престижно, скажем так. Хотя, может быть, это неправильно так смотреть, потому что конкретное чем-то и важнее, чем общее. Но это зависит от, конечно, конкретной ситуации. Значит, характер или представление Стейнберга является неприводимым, в отличие от представления Гельфанда-Граева. Оно и характер обращается в нуль на неполупростых элементах, а для полупростых вот вычисляется по формуле. Здесь опечатка какая-то сделана. Централизатор написан неправильно, должно быть не в показателе, а в индексе это G написано. Потом эта черта с правой стороны, она тоже опечаткой является, просто ее ничего не должно быть, никакой черты. Ну а плюс-минус означает либо с плюсом, либо с минусом. В принципе, это тоже известно, но это уже целая теория, когда плюс, а когда минус. А так формула совершенно проста, с точностью до плюс-минуса. Но если взять g равно единице, то получится просто порядок силовской подгруппы. Значит, следовательно, степень представления равняется порядку силовской подгруппы. Об этом можно много чего говорить. Значит, вот я поясню в какой-то мере, почему оно играет важную роль в теории Делине-Люссига. На самом деле, это только фрагмент того, что, может быть, можно было бы сказать, но это фрагмент достаточно убедительный. Рассмотрим случай, когда в централизаторе этого элемента S в двойственной группе нету P-элементов. Так? То есть, когда централизатор состоит только из полупростых элементов. В этом случае оказывается следующее, что я упоминал, что в этом случае E с индексом S состоит из одного представления только. И вот представьте, что мы берем его характер. Вот. Оказывается, что характер этого представления на полупростых элементах можно построить следующим образом. Нужно взять подходящее индуцированное представление с одномерного представления того, что называется подходящий максимальный тор в редуктивной алгебраической группе конечной. Я не буду объяснять, что такое максимальный тор здесь, но, скажем, во многих или в большинстве случаев это просто максимальная абелева подгруппа, состоящая из полупростых элементов. То есть как бы можно думать, что это так. То есть нужно взять абелеву подгруппу, взять характер тета одномерный, естественно, неприводимый, да, затем индуцировать на всю группу, а потом поделить на характер Стейнберга на полупростых же элементах, потому что на других он ноль, но на полупростых делить можно. Значит, и тогда получится значит, вот значение характера в этом множестве ES, который один, на полупростых элементах. К сожалению, вычисление на других элементах произвольного характера, ну, этого характера, это целая
теория. И это до конца толком не сделано. А вот в этом случае это очень просто. Любопытно, может быть, отметить, что, мне кажется, имеется какая-то странная двойственность между представлением Гельфанда Граева и представлением Стейнберга. Конечно, то, что я здесь написал по поводу этой двойственности, это чисто, но, может быть, тривиально. По-видимому, мне кажется, что некая двойственность глубже лежит, чем то, что здесь на доске написано. На доске написано просто следующее, что сравним сначала степени. Степень характера Стейнберга – это P-часть порядка группы. Степень Гельфанда Граева – это P-часть порядка группы. Да? То есть они как бы по умножению дополняют порядок группы друг к другу. Потом степень, характер обращается в нуль на элементах, которые не являются P-элементами. Это характер Стейнберга. А характер Гельфанда Граева обращается в нуль на тех элементах, которые не являются P-элементами. Так? То есть меняется P на P-штрих, получается утверждение для характера Гельфанда Граева. Ну и наоборот, если вы смотрите, когда он не обращается в ноль, так, он тоже, и тот, и другой не обращается в ноль на некотором хорошо определяемом множестве. И вот первый не обращается в ноль на всех P-элементах, на всех P-штрих. Трех элементах. Боже, это опять опечатка. Вот в конце, в последнем столбце P и P' надо поменять. Не обращается в нуль на всех P' элементах, а здесь не обращается в нуль на всех P элементах. А то, что написано в последнем столбце, не следует из предпоследнего столбца? Нет, это следует, но дело в том, что я просто для... Нет, ну понимаете, из того, что на одном множестве это обращается в ноль, не следующее на дополнение оно не обращается в ноль. Тут, конечно, можно сказать тогда и только тогда, тогда можно эту, значит, таблицу уменьшить. Но дело не в этом. Вот. Просто опечатка в двух столбцах или в одном столбце? Простите, что в двух столбцах? Опечатка в двух последних. Да, я думаю, надо. Здесь опечатка. Ну, на самом деле, нельзя ожидать, что теория таких вещей может быть простой. Это априори нельзя ожидать. Но все-таки, то, что сделано, и то, что получено в этой теории Делина-Люсига, это такие удивительные закономерности и продвижение настолько значительное, что это дает огромный инструментарий для решения разных вопросов. И просто не зная этой теории, браться за что-то всерьез, по-видимому, почти нереально. Ну, относительно, может быть, потому что мало ли какие вопросы можно найти. Но, в принципе, для серьезных, так сказать, вещей это, наверное, нереально. Ну, какие нерешенные вопросы как бы остаются? Я уже почти заканчиваю, и мое время, собственно, истекло. Ну вот, тот факт, что только для связанных групп она хорошо расписана, это некий недостаток. И ведется большая работа, чтобы как-то приспособить ее к несвязанным группам. Но пример, когда это нужно, например, вот, полная ортогональная группа не связана, а специальная ортогональная группа связана. Значит, для специальной ортогональной группы теория работает, а для полной она не работает или, во всяком случае, недостаточно хорошо работает. Дальше. Хотелось бы лучше понять, что такое унипатентный характер. То есть классификация их, в конце концов, получена, хотя написаны десятки статей, чтобы это, наконец, привести в порядок. Значит, но о самих характерах известно достаточно мало. Они
как правило, не получается тем трюком, которым, значит, я показывал, что на полупростых элементах вот, получается простым делением индуцированного характера на Стенберг. Здесь это так не получается. Ну и третье, я думаю, о чем стоит говорить, это нет теории о том, что будет происходить, если ограничивать непереводимое представление на естественные подгруппы. Для полной линейной группы вопрос решен. Много лет тому назад такой есть Делевинский был, вернее, математик в Москве. И, значит, он получил результат в этом направлении, но с тех пор никакого существенного продвижения для других классических групп получено не было. Так? А это уже 50 лет прошло, я думаю, примерно. Ну, то, что написано здесь, это касается моего предыдущего доклада, значит, здесь, в этом месте. Но я, по-видимому, ввиду недостатка времени уже не буду об этом говорить, поскольку я говорил об этом, значит, два дня тому назад. Два. Вот. Ну, хорошо. Спасибо за внимание. То, что вы говорили, вот эти вот эпсилон-эс, это характеры, которые получаются с помощью этальных гомологий, да, вот на гамма. Нет, я об этих характерах, так называемых характерах Делюня-Люсига, не говорил вообще. Так всего. Потому что это, по-моему, потребовало бы больше объяснений. И, то есть я как бы самое доступные вещи старался донести до аудитории. Ну, там вот это вот, там еще до детальных гомологий еще туда-сюда, вот когда уже к гомологиям пересечений там идут над этими, над многообразными планами, там как действительно теория очень сложная. И я не знаю, кроме Люстига вообще кто-нибудь это понимает. Потому что... Нет, я думаю, что... Кто-то переписал, мне сказали, что нет, ну, в Париже ведется большая работа, там они, собственно, пытаются... превзойти Люстига в некоем смысле. Не, ну хотя бы переписать, чтобы вот было понятно, потому что там нет, ну, книжка... Люстигу задавали вопросы по этой книжке, по его, он на некоторые вопросы просто не может ответить. Настолько, ну... там настолько сложно, что он сам не может ответить. Может быть, он мгновенно не мог ответить. Люстиг вообще выдающийся математик, и поэтому, ну, да, конечно, ну... Ну, есть книжка Дини Мишель, там что-то объяснено, достаточно короткая, достаточно небольшая книжка, и если читать, так надо читать ее. Два источника, вот помимо этой книги, еще есть Картера. Картера, да, но Картер, он, так сказать, так обзорно, он туда глубоко не копает. Ну, я думаю, что так тоже нельзя сказать. То есть в отношении именно вашего вопроса, может быть, и так и допустимо выразиться, но в целом теория изложена достаточно. Нет, изложена хорошо. Да, но как бы он, вот этот intersection, он как-то сам не объяснял. Он как-то очень два слова объяснил мне, я тогда понял. А потом, когда, значит, кто-то попытался восстановить, что он сказал, я уже перестал понимать. Значит, понятно, объяснил еще. Да-да-да, но только на 2 секунды было понятно. В хорошем смысле слова понятно. Да, в ресторане было понятно, а когда вышел, уже нет. Привет, я сказал. Так а вы, Влада, вам встретить кондицию, которая была в тот момент? А, ну, может быть, да. И Картера будет плохо, но его, к сожалению, уже нет. Еще какие-нибудь вопросы будут и комментарии? Вот, да, я, по всей видимости, спрашивая про алгебраической геометрии, которая осталась за кадром, и имел в виду контекст интерсекшн и гомологии. Да, да, да. Это, но в этот аспект, как я понял... Я это игнорировал здесь. Да? Понятно. А представление Стенберга, ну. У меня есть воспоминание наивное про такой... связанная с группой ЖЛН, конечным полем, что можно построить некоторый простенький комплекс, типа такого флагового комплекса,
значит, пространств, сложенных друг в друга, и потом доказывается, что это на самом деле значит, гомотопический тип этого пространства – это букетик сфер. Это пространство – это просто букетик сфер. Ну и на этом букетике сфер все действует. Это то самое представление или это не то самое? Да. Угу. Хорошо. Еще, может быть, будут какие-нибудь вопросы про букетики или про букетики? У меня тупой вопрос. Да. Ну, совсем тупой. Да. Значит, самые тупые, самые известно, что представления соответствуют классам сопряженных элементов. Ну, как бы есть диекция, да. Чем это плохо? Что значит, что они не периметризуют? Количество совпадает. Объекции. Объекции нет. То есть, конечно, вы можете установить биллекцию произвольно, нет, но это не. Естественно, граническая биллекция. Про симметрическую группу вы имели в виду, что диаграмма Юнга все параметризуется? Это бесспорно. И то, и другое параметризуется диаграмме Юнга, то есть получается как бы формальная биллекция. Ну, еще, наверное, для, там, может быть, не всех, но для некоторых групп Вейля такое же соответствие. Да, вы правы. Ну, хорошо, давайте тогда поблагодарим еще раз. Спасибо.